Всем привет! Сегодня готовим манник. Это самый вкусный рецепт манника, который я знаю. Он обязательно у вас получится, даже если у вас никогда не получался манник. И это такой манник, что даже непонятно, что внутри манка. Готовим вместе! Берем один стакан манки и высыпаем в какую-то емкость, где будем смешивать манку и стакан кефира. Кефир должен быть жирным, не берите обезжиренный кефир. В принципе, любой кефир подойдет, но чем жирнее, тем лучше. Теперь все это нужно хорошо перемешать. Вот так, смотрите, до однородного состояния. Все перемешали, посмотрите. Отставляем теперь вот это все на час. Оно должно набухнуть за час, и манка должна стать очень мягкой. Теперь берем 100 грамм сливочного масла, очень мягкого. Вот посмотрите, вот так. Вот такого вот мягенького масла. Сюда высыпаем сахар. Можно частями, можно весь сразу. И смешиваем сахар и сливочное масло. Масло с сахаром перетерли. Посмотрите, вот так. Теперь сюда вбиваем 2 яйца. Я отдельно яйца не взбиваю. Одно яйцо. Перетираем потом второе. Я всегда кладу 2 яйца. Никогда не кладу одно, кладу 2. И второе яйцо. Когда все смешали, сюда отправляем разрыхлитель. Я кладу 1,5 чайные ложки. Вот так. Если разрыхлителя нет, можно положить соду, гашеную уксусом. Но я на соде никогда не делаю. Я делаю на разрыхлителе. Вот так. Хорошо. Вот две части у нас готово. Это стоит целый час, а это уже приготовлено. Готовим формочку. Я беру силиконовую формочку. Вы можете взять любую другую, но имейте в виду, не во всех формочках готовится манник. У меня когда-то тоже он не получался, и как оказалось, что это из-за формочки. Я пекла его в стеклянных формочках, в стекле он не получается, ну, по крайней мере, у меня. Я пеку всегда в силиконе. Вот здесь вот диаметр где-то 21 сантиметр у меня, и высота вот такая вот небольшая, сантиметра 3-4. Вы можете печь в любых силиконовых, какие у вас есть. Можно взять такие старые формочки, в которых пекли еще наши бабушки. Бабушки типа сковородки какой-то такой, знаете, большой, которая печется в духовке. Вот бабушки пекли бисквиты. Вот можно в таких печь. Поэтому попробуйте. Смазываем полностью сливочным маслом растопленным дно и бока. Это обязательно, бока тоже. Вот так, видите, все по кругу смазываем. Оставляем формочку, и теперь прошел у нас целый час, и мы будем смешивать нашу манку и наши яйца. Значит, смотрите, если вы заметили, я ничего не делала миксером, я все делала вручную, ложкой и вилкой. Вот, знаете, простота этого рецепта в том, что можно не использовать миксер, а просто из подручных средств приготовить пирог, который очень-очень вкусный. Хорошо. Все перемешиваем. Я мешаю вилкой, потому что так легче и быстрее. Можно ложкой, как кому удобно. Все выливаем в формочку. Значит, смотрите, манник всегда получается не очень высокий. Если вы видите в интернете картинки манников, где они там, я не знаю, чуть ли не по 8 сантиметров, это либо пекли на несколько норм, вот, либо еще каким-то образом, но манник не поднимается таким образом, как бисквит. Там с 1 сантиметра получается там 4. Манник увеличить даже в 2 раза, он не увеличивается, где-то в 1,5. Вот сколько я не пекла, у меня по крайней мере так. Но он очень вкусный, он хорошо в принципе расходится, он не плотный такой, знаете, не, внутри не мокрое тесто, не плотное. Он хорошо расходится, за счет сливочного масла он очень вкусный, не пристает к низу, во-первых, потому что в самом рецепте есть сливочное масло, ну и в силиконе никогда ничего в принципе не подгорает. Разогреваем духовку до 200 градусов, уменьшаем до 180-170 после того, как она разогрелась, и выпекаем наш манник 20-30 минут. Манник наш приготовился, мы выложили его из духовки,
он остыл, мы покрыли его сверху сметаной, ну, так всегда подаю я, и каким-нибудь джемом сверху. Вот я всегда беру клубничный или малиновый, и вот так вот покрываю. И, в принципе, мани готов, его можно подавать. Вот такой вот он получается вкусный, вот, так, вот такой пористый внутри, посмотрите, какой красивый. Видите, очень вкусно, очень просто, дешево и быстро. Вот такой вкусный маник у нас получился, так что обязательно попробуйте и приготовьте. Думаю, вам всем понравится. Спасибо, что сегодня были со мной, спасибо, что подписываетесь на мой канал. Видео выходит 2 раза в неделю, среду и субботу. Под видео есть ссылки на другие маники на моем канале. Пока!